контракта, заключить сделок на поставку того или иного оборудования, увидеть что-то новое, увидеть направление развития продукции, которую вы потом будете осваивать на своих площадках. Всего самого доброго, успехов вам! Производить не можем, но обязательно будем производить, в том числе и с участием и созданием совместных производств здесь, локализация этих производств здесь, в российской экономике. Это происходит и будет происходить. Поэтому я от лица руководства Российского союза промышленных предпринимателей хотел бы всех поприветствовать и заверить в том, что мы понимаем проблемы, которые есть при расчетных платежах. У нас созданы рабочие группы, которые занимаются подготовкой предложений для правительства Центрального банка по расчетно-клиринговым действиям, которые, механизм, который нужно совершать при работе с зарубежными организациями. Мы знаем проблемы, которые есть в взаимодействии с банками, но проблемы будут решаться, они уже решаются. Поэтому я всех приветствую, желаю нам всем удачи и дальнейшего движения вперед. Мы на правильном пути с вами. Добрая выставка, у нас есть красная лента, поэтому возьмись уж, Евгений Маркович, тоже за ленточку. Будем считать, что торжественное открытие нашей второй ежегодной, международной, несмотря и вопреки выставке, национальный металлообрабатывающий форум открыто, и просим разрезать ленточку. Ура! Ура! Всем приятной работы! Давайте со всеми между собой постараемся эти дни познакомиться поближе, в лицо и за руку. У нас впереди 4 дня, в пятницу завершение.